Сегодня мы проводим процедуру комплексного массажа живота. Это моя авторская методика, которая хорошо корректирует фигуру, делает красивую форму живота и гармонизирует внутреннее состояние. На первом этапе мы делаем лимфодренаж. При лимфодренаже мы активизируем ток лимфы во внутренних органах. Следующий прием у нас прорабатывается область желудка и поджелудочной железы. Ориентируясь на дыхание человека, мы запускаем лимфообращение, делаем его более интенсивным. Одна рука чувствует вдох и выдох, вторая рука запускает лимфу в грудной проток. Сейчас мы акцентировали лимфообращение и переходим к следующему этапу – работу со внутренними органами. Этот прием снимает напряжение с диафрагмы, уменьшает давление в брюшной полости. Сейчас мы прорабатываем область 12-перстной кишки и желудка. Здесь раскрываются протоки печени, желчного пузыря и протоки поджелудочной железы. Если существуют проблемы с внутренними органами, в этот момент как раз гармонизируется их состояние. Мы делаем мягкие надавливания в области их проекции внутренних органов, для того, чтобы они все распределились по своим местам. Воздействие на внутренние органы происходит на самом деле деликатно. Мы дожидаемся расслабления и нормальной реакции организма человека. На данном этапе все, что связано с гармонизацией внутреннего состояния, мы сделали. Переходим к этапу коррекции фигуры, более быстрому и более интенсивному. В данный момент мы работаем жировыми отложениями и уменьшаем толщину подкожной жировой клетчатки. В процессе работы мы используем разные техники, они должны чередоваться, чтобы достигнуть большей эффективности. Это движение мы делаем для того, чтобы сформировать более тонкую талию. В моей методике предусмотрены элементы спортивного массажа. Сейчас мы приступаем к этапу укрепления пресса. В этой части мы интенсивно прорабатываем мышцы живота. Для этого наш клиент выполняет упражнения, укрепляющие мышцы пресса. Вначале мы укрепляем верхний пресс. Напрягайтесь. Сейчас мы прорабатываем косые мышцы живота. Мы прорабатываем круговую мышцу живота, укрепляем и усиливаем талию. Наступает завершающая стадия массажа, когда мы уравновешиваем состояние. Эта процедура является альтернативой тренировкам в спортивном зале. После процедуры живот приобретает красивую форму. Стойкий эффект укрепления мышц наблюдается после того, как мы сделаем мини-курс из 5 процедур. Рекомендуем проходить его через день 3 или 2 раза в неделю.